Новый учебный год в 31-й Брестской школе, которой много лет руководит Любовь Козловская, начался с традиционной линейки. Школьные науки здесь постигают 732 учащихся. Вместе с тем школа славится своими военно-патриотическими традициями. Так успешное сотрудничество с пограничной службой вылилось в создание специальных пограничных классов. Сегодня их уже 5, и кадеты всегда в центре общественной жизни школы. А среди ее выпускников немало известных в Бресте и за его пределами руководителей. Более 20, наверное, 8 лет назад я переступил порог этой школы. И сегодня с гордостью и с низким поклоном тем учителям, которые учат уже сегодня наших и моих детей. Хочется сказать, конечно, только слова благодарности, напутственные слова. И в первую очередь, наверное, пожелать нашим школьникам, потому что это наш оплот и наш фундамент, который, наверное, в будущем заменят нас. Сегодня наша школа пополнилась новыми 78 учениками первых классов. Мы радушно принимаем вас в нашу школьную семью и надеюсь, что старшеклассники помогут вам, будут оберегать вас и вам понравится в нашем школьном доме. Именно 78 первоклассников стали главными героями торжественной линейки. В новом учебном году набрали 3 первых класса. К слову, начальная школа здесь особенная. В прошлом году создан специализированный класс для детей с особенностями развития. А в нынешнем еще один, но уже интегрированный. Этот класс в нашей школе, конечно же, открывается впервые. Это и свои плюсы, это и свои минусы, это где-то какие-то определенные сложности. Но это, конечно, нужно. Нужно в каком плане? В плане том, что обыкновенные здоровые дети должны видеть, что среди нас есть и такие же детки, и им оказывать помощь. Вследствие этого дети, конечно же, меняются. Они становятся добрее, они начинают сочувствовать, они начинают помогать. И в наш вот действительно вот этот жестокий мир, это, я считаю, что это достаточно актуально. Обучение будет проходить таким образом, что у них своя будет программа, адаптированная именно под их развитие. Вот. Ну и мы, конечно же, приложим все силы для того, чтобы это происходило наиболее комфортно для наших детей. Особые теплые отношения к учреждению образования и к первоклашкам, и у многочисленных шефов 31-й школы. С одним из них, унитарным предприятием «Брест-Облгаз», школу связывают теплые дружеские связи. В новом учебном году 12 учащимся специального и интегрированного классов вручены сертификаты на оздоровление. Школа нам тоже помогает очень много, на наших мероприятиях участвует. 23 февраля всегда выступает с концертом, поэтому взаимоотношения школы и предприятий, оно очень полезно. У нас вот уже даже появляется определенная мысль, а может быть где-то и нам и класс свой, который бы готовили будущих специалистов. Мы очень активно сотрудничаем с Брестским техническим университетом. И вот к тысячелетию подготовка у нас идет тоже активно нашего на Янке Купалы. Здесь у нас наше производственное управление «Брестгаз». И здесь мы сделаем уже наш технический кабинет, который будет являться аудиторией для обучения наших студентов. После линейки первоклассники отправились на свой первый школьный урок. В первом Б за школьные парты сели 26 мальчишек и девчонок. 5 из них с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И теперь вместе со своими сверстниками им предстоит постигать нелегкие школьные науки. И пока одни внимательно слушают первого учителя, другие уже делятся впечатлениями от первого в их жизни школьного дня и мечтают о будущем. Я мечтаю стать футболистом. И мне понравились линейки, рассказывать стихи, песни понравились и танцы. Мне рисование. Я мечтаю стать художницей. Мне нравится здесь, как мы здесь изучаем всякие картинки. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».